14 августа 2022 года. В парке культуры и отдыха возле фонтана собрались любители русской гармонии, танцев, частушек, песен. Прекрасный летний вечер. Давайте посмотрим на это замечательное представление. Сегодня воскресенье, около 6 вечера. Валерий Проваленов, Зинаида Браилова. Thank you.
спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрий Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Приходите в парк по выходным. Здравствуйте! Сегодня 14 августа 2022 года. И здесь, в парке культуры и отдыха города Орла, у фонтана собрались любители песен, танцев, частушек, игры на русской гармонии. Давайте посмотрим. Суббота, воскресенье происходят такие замечательные концерты. Приходите, будет весело. Thank you.
Thank you.
Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрий Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. 14 августа 2022 года. В парке Орловском собрались любители русской гармонии. Танцев, песен, частушек. Давайте понаблюдаем. Субботу, воскресенье возле фонтана после 6 часов. Thank you.
Thank you.
открыто. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрий Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Четырнадцатое августа 2022 года в парке у фонтана собрались любители русской гармонии, танцев, песен, частушек. Давайте посмотрим. По субботам, воскресеньям, вечером. Приходите, если хотите, поучаствуйте. Нет. Я, конечно, погулял сегодня, походил там, покатался на велике, но я... Там. Ну ладно, пойдем еще погуляем. Снимай, давай. Танцуете, да? Пойдем еще погуляем. Давай. Thank you.
Я тебя искала! А ты пришла? Ты искала!
Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Приходите в парк по выходным.